друзья, начинаем новый проект. Это у нас Яша. Приветствую. Яша занимается растениями. А как правильно там у тебя ник называется? Астрон. Астрон, Яша, Астрон. Здесь у нас будут все эти хинодорусы, анубиасы. Здесь тоже какие-то растения будут, которые мы будем, ну, соответственно, разводить, выращивать. И поливать свежей водой. Да, будем поливать свежей водой. Вот, значит, сейчас будем это все заливать, вам это все покажут. Люблю все новое. Мы здесь вот лампочку замутили красивую для этих растений. Аж там 8 Т5 лампочек, да. 54 ватта, где-то литров 100, ой, 450-500 литров подвига. Да. Яша тут будет все это рулить. Точки бакока. Да ладно. Ну-ка. Первый раз такое вижу. Сегодня снято из подоконника. Точнее, не сегодня снято, а позавчера снято из подоконника бакока. Угу. Ладно, цветочки. Вот куча закрытых бутончиков. Да. В каждом между углом вот молоденький сосуд. И вот такими голубенькими красивыми цветочками цветет. Ой, да я тоже. Друзья, на самом деле это все Яша принес из дома. Да, это эхинодорус. Принес это все из дома. Это там первая партия такая небольшая. Вот, поскольку мы это все будем продавать. Ну и, собственно говоря, а что я хотел сказать, почему это дать? Красивая криптокарина такая, магетанолистная. Она у меня жила в аквариуме высотой 30 сантиметров, поэтому приобрела затрапезный вид. В этом аквариуме она станет большой, красивой. Листики будут около метра высотой, а то можно больше раскормиться. Ну тут парочку маточных кустов от больших, вон они, упитанных. А их не надо делить? Да, обойдутся. Обойдутся? Пусть приживутся, потом поделим. Сейчас просто трогать после перевозки, еще и пересадку устраивать, я считаю, лишнее. Угу. Лучше пусть приживется, а потом мы уже аккуратненько поделим. Или она даст прикормневых деточек, и уже деточек мы снимем, пересадим в другую емкость какую-то. Угу. Ну, как-то так. Слушай, Яш, а ты, она здесь будет сидеть? Да, я думаю, в верхнем аквариуме. А подскажи по бакопе еще, они цветочки прям подводные, да? Нет, это сухие цветочки, она жила у меня на подоконнике, в маленькой тепличке, просто закрытый старый аквариум разбитый стоит. Там типа полюдариума сколько-то воды, да? Влажная земля, обычная садовая насыпана, угу. Немножко гравия в качестве дренажа, и бакопа растет. Угу, угу. Потом она когда дорастает, вот 10-15 сантиметров, я черенки срезаю. И топлю их уже, поэтому вам уже будет предложена подводная форма. А это сейчас она перейдет. Бакоп не сбрасывает листву при переходе с сухопутной, из надводной формы в подводную, поэтому я смело держу ее на подоконнике. Также роталу индик у меня есть и на подоконнике, и в аквариумах. Просто дома, к сожалению, не хватает места на все. Да, я вот к этому и начал, собственно говоря, говорить, что их здесь вот сюда привезли. Дома тесно. Да, здесь это все будет как бы увеличено. Здесь еще будут аквариумы добавлены. Сейчас пока вот здесь вот запускаем. Конечно, это все дело. Беда начала. Да, 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 да. И вас будем обо всем этом информировать. Все больше и больше красоты добавляется в этих аквариумах. Зелень такая. Зеленая. Да, тут, кстати, красненькие есть. Ой, нимфейки у нас появились. О. Там деток же куча еще. Ну я не отрывал, чтобы они красли. Ага. И тут красота такая. Лимончик. Лимончик. Даже вот буцефаландры есть с бутончиками. Бутончик, правда, уже, к сожалению, загнулся. Но все-таки он был, скоро будет опять. Никакой цёшки этому сорту не требуется. Непривередливая, живучая очень бутифаланда. Ну, типа Shine Blue что-то, но не уверен я. Я в них не очень силен, к сожалению, но так. Знаю, что хорошо живет. Вот так. Тут несколько
Они ползут по колубрисы, ползучие корневища дают. К коряночкам, к камушкам прирастает все это. Ползет не спеша, так же, как и анубис, листики дает нечасто. Красивенькая длина на аквариумах, для небольших аквариумов, невысокий. Ну, такой цвет темный. Такой, да, он насыщенный, такой темно-зеленый, в бордовинку, может быть, отдавать. Листик, конечно, по форме тоже красивый очень. Вот как-то так. Ну, вообще, как такой цвет приятный для разводни, не очень обычный. Ну, по крайней мере, для нашей разводни. Все, рыбки, отлупники. О, растения. Какая-то кочерыжка анубиаса. Ты чего? Вывалилась из горшка. Кинем на плав? Нет, уже не кинем. Все, это уже вот отработала свое. Кочерыжка на мягкая стала. Коричневая. Да, и уже ростовые почки никакие не проснулись. Поэтому это в топку все. Друзья, слышали выражение такое «полведра»? Представляете, да, берется ведро и набирается в него там, ну, половина чего-то, жидкости, например. Вот. Но это не всегда так. Еще бывает вот так. Вот такое полведра. О, это, видимо, от какого-то собачьего корма. Но прикольно. Полведра. Показываем вам, как усилили ювелевскую лампочку. Вот она. Таким вот макаром. Спектр добавили. Да, то есть у нее родных две лампочки, еще две вот добавили. Ну, это ограничитель, чтобы лампочка просто не падала. Здесь вот фильтр у нее будет стоять, ну как перевернется. Соответственно, здесь поменьше как бы освещение. Там освещение не нужно, да. Зачем судить. Это вот для этого аквариума, сейчас воткну, еще покажу. Друзья, ну вот, на следующий день уже снимаю, а Яша, значит, все это дело растаял первоначально, свет подключен. Аквариумы залиты, растения здесь посажены, значит, это маточные здесь на подрост, я так понимаю. Вот. Но на сайте уже доступны растения, которые сейчас у Якова дома растут. То есть вы можете их заказать. Сейчас покажу где. Смотрите, заходите на сайт русских аквариумов roac.ru. И вот здесь вот есть такой вот раздел растения. Ну, собственно говоря. Вот они все, хинодорусы, криптокарины, анубиасы, бакопа та же самая, литвиги и так далее, папоротники. Вот, пожалуйста, вы можете заказать. То есть заходите сюда, вот в каждую карточку вот есть она. Ну, можете нажать купить, а можете сразу там нажать купить. И все. Доставка по Москве 400 рублей. Минимальный заказ на 500. Но это касается и рыбы, карасей, не без разницы. Главное, общий, чтобы заказ такой был. Ну вот, первые аквариумы поставлены у нас для растений. Соответственно, это все будет развиваться все больше, больше, больше. Вот, пользуйтесь, пожалуйста. Это классные растения, которые без всяких углекислот, кормлений растут. То есть они у вас точно приживутся, и все будет хорошо. Все, на нас подписывайтесь. Пока.